Владимир Григорьевич был необыкновенным человеком. Для меня он был и учителем, и наставником, настоящим другом, всегда умеющим вовремя протянуть руку помощи. Я очень рада, что его памяти есть такой замечательный турнир. В Одинцове прошел 5-й открытый спортивный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный олимпийскому чемпиону Виктору Куренцову. Его название «Воля к победе, цель жизни» стало девизом для всех участников – людей, которые ежедневно преодолевают себя, доказывая окружающим, что успех приходит к тем, кто готов работать над собой. Люди сами себе ставят там барьер в голове. И, как говорится, кто не хочет, тот делает это, находит причину. А кто хочет, тот приходит и действует. В зале волейбольного центра собрались спортсмены всех возрастов, среди которых были воспитанники одинцовских школ для детей с ОВЗ «Гармония и надежда», Старогородковской школы-интерната коррекционного типа имени Фурагиной. Ежегодно соревнования собирают все больше и больше новых участников. Сегодня впервые к нам приехали команды из города Королева и Красногорска. Эстафета, пинг-понг, дартс, настольный боулинг, гиревой спорт, жим-лежа, волейбольные матчи для глухих и слабослышащих. Соревнования, в которых в этот день победил каждый, вне зависимости от распределения наград. Дружба и сопереживание – вот истинные ценности. Команда и дружба. То есть командный дух. Чтобы все друг другу помогали и радовались. Поддержать спортсменов пришли родители, учителя и тренеры. Успех воспитанники разделили со своими наставниками, которые порой вкладывают в них душу. Дисциплину, к работе, чтобы занимались, чтобы не ленились, чтобы тренировались, чтобы на соревнования поехать, не стыдно было завоевать первые места. Вот всему хорошему стараюсь их научить. Все призеры соревнований были награждены грамотами и медалями, а победители – сувенирной тарелкой, посвященной ежегодному традиционному турниру «Воля к победе. Цель жизни» с изображением олимпийского чемпиона Виктора Куренцова. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».